Доброе утро, мои дорогие подписчики. Вы просили снять вам технику касания ухом. Вот я сегодня хочу снять вам короткий ролик, как это происходит. Прекрасное осеннее утро, 11 ноября. Мы находимся на травке. Вы раскладываете крыло. Делаете хорошую стеночку, как обычно. Перед началом упражнения делаем хорошую стеночку. Красивую. Поднимаем крыло, фиксируем его над собой. После этого, когда вы хотите коснуться, допустим, правого, вы поворачиваетесь на 90 градусов лицом к тому, к которому хотите коснуться. Даете клеватое направление. Коснулись земли. Тянете клеванту верхнюю, та, которая верхняя ухо. Поднимаете крыло и перекидываете его на вторую сторону. Коснулись, опять тянете верхнюю клеванту, поворачиваетесь, касаетесь этим ухом. Чуть-чуть направление вниз. Вы стоите, уперевшись крепко ногами, и смотрите ровно на крыло. Ветер дует мне с левой стороны в ухо. Когда я хочу поднять крыло, я тяну тормоз верхнего уха, то есть левого, и выхожу под ветер. Переходит в другую стадию, в эту сторону то же самое. Я стою лицом к крылу, тяну верхнюю клевату и выхожу под ветер. Касание происходит с этой стороны. Вот так, тяните верхнюю клеваточку, выходим под ветер. И крыло наверх, пожалуйста, вот оно. Опять-таки касание. Правым ухом, смотрим на ухо, даем чуть-чуть нижней клеватой направление, тянем в противоположную, поднимаем, зафиксировали крылышко, даем направление, куда вы хотите коснуться, левым, левая клеванта, уперлись, тянете верхнюю и выходите под ветер, вот так вот это выглядит, потом просто кладете крыло. Все, всем спасибо, надеюсь, что вы поняли. Пишите ваши пожелания, вопросы. Всем пока.